Начнем вот со светильника. Светильник садовый на солнечных батарейках. 44 сантиметра. 99 рублей. Такой. Вот. Вроде бы ничего. Так, ну это потом я разберусь, посмотрю, как он включается. Вот, посмотрим. Вот такой вот светильничек. Если будет хорошо гореть, купим еще. Так, вешалка деревянная с тремя крючками, 55 рублей. Вот такая нам пойдет в баню для шап, для шапочек подвешивать. Такая вот она здесь прямо готовая, с дырочками, сразу можно прикрепить. Так, сетка. Сетка противомоскитная на магнитах. У нас цветов больше не было, такие только одни желтенькие. Вот, я думаю, что пойдет. Сейчас я попробую ее открыть. Какая она будет. Мартая, конечно, будет. Ну, как солнышко. На даче нам то, что надо будет. Вот такая вот сетка. На таких вот магнитах. Вот. Я заходила, не было. Это вот нам привезли. И здесь вот магнит. У нас на даче здесь стоит. Такая голубенькая, но я не в экспрессе покупала. Вот такая вот сеточка. Повешу, потом покажу. Никогда не покупаю продуктов, но вот почему-то захотелось мне вот купить семечек от Мартини с морской солью. 77 рублей стоит вот такая вот пачка. Поплеваться на даче. Люблю очень вот такие перчатки. Очень даже люблю перчатки садовые с нитриловым покрытием. Я их покупаю постоянно, у себя обновляю. Они мне очень нравятся. Между прочим, они очень служат хорошо. И я даже советую покупать. Ну вот я всегда беру эмочку себе 13 на 22 сантиметра. Под мои пальцы она как раз вот такой размер эмочка мне подходит. Вот такие вот перчатки. Очень хорошие, мне нравятся. Так, купили, значит, мы набор для колец. Набор колец для подвязки растений. 80 штук подвязывать. Вот такие я использую для помидор, для огурцов. Я постоянно в этом году, они вот такие. Ой, в прошлом году я таких не видела. В этом году вот такие вот колечки. Хорошенькие такие колечки. Так. Значит, нож. Ну, это нож нужен с запасными лезвиями выдвижной. Обязательно. У нас на даче он быстро портится, потому что и под дождь сырое. Иногда мы режем здесь, и мы очень часто берем вот такие ножи себе. И нам они очень нравятся, запасными лезвиями. Так, муж купил себе утреннюю прохладу. Вот такой вот ароматизатор. Утренняя прохлада, аромат настроения, аромат счастья, наполнит салон, автомобиль свежестью, прохладой, подарит весеннее настроение на весь день. Ну, вот такой вот дозатор, такой ароматизатор. Вот такой. Ну, повесим в машину, потом посмотрим, какой хороший запах. Набор изолент. Для дачи нам нужно постоянно. Он нужен, мы берем разных цветов, они мне пригождаются в любом деле. Я постоянно беру такой набор изоленты, иногда помечаю даже растения, то красненькой, то синенькой. Такой, поэтому вот такой вот укромной я материал купила, 6 на 1,5 метра. Вот такой вот материал, который я в экспрессе покупаю, я вот так завешиваю окно, вот как видите, сверху. И до низу 1,5 метра. На всю длину у меня 6 метров теплица. И как раз вот хватает вот этого окно материала. Солнце не попадает, не печет так, как говорится, на свои на растюшки. И они прекрасно себя чувствуют. Вот. Какая вертушка. Она крутится очень хорошо. Вот он. Отлично. Ветра даже особо нет. И она крутится. На ветру хорошо. Спасибо.